Хочу обратиться к мусульманам России по поводу частичной мобилизации, которую уже объявили в вашей стране. Мы ее уже здесь успели назвать могилизация, то есть вас фактически отправляют в могилы. И хочу вам напомнить, что уже десятки тысяч ваших погибли на нашей земле, на нашей украинской земле. Сотни тысяч находятся в плену, столько же являются калеками, без рук, без ног. И у меня такой простой вопрос, оно вам надо? Вы хотите сражаться за имперские амбиции Кремля? Вы хотите за Путина остаться инвалидами, потерять свои руки, ноги и головы на нашей украинской земле? Мы ее будем защищать. Мы уже защищаем и дальше будем защищать нашу родину, нашу страну Украину, нашу землю, наши семьи, наших детей. Поэтому у вас есть два варианта. Первый вариант – максимально убегать, уклоняться от мобилизации, чтобы вас не отправили сюда пушечным мясом. Ну, а если уже эта беда с вами случится, то выходите с поднятыми руками, мы будем брать вас в плен. Хорошее отношение, горячий чай и возможность для совершения намаза мы вам гарантируем. И следующий момент. Вспомните, что вы чеченцы, ингуши, дагестанцы, татары, башкиры. Вспомните то, что вы не пушечное мясо для имперских амбиций Кремля. Вспомните ваших предков, достойных и гордых воинов, батыров, джигитов. Не надо ехать к нам, воевать против нас. Мы будем защищать нашу землю. И видит Всевышний Аллах, что мы на правильном, на справедливом пути. И именно мы совершаем джихад, а не то, что вам рассказывают ваши позорные муфтии.